В этом году вековой юбилей отмечает Вооруженные силы Республики Беларусь. Войска Гродненского гарнизона отметят эту дату праздничными и памятными мероприятиями, которые растянутся на 2 дня. Так, 23 февраля в парке Жалибера состоится торжественная церемония у памятника советским воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А вечером горожан ждет салют. В субботу, 24 февраля, в Гродно состоится шествие войск Гродненского гарнизона, парад личного состава и военной колесной техники. А также впервые парадным строем над городом пролетят самолеты. В этой связи командование Западного оперативного округа обращает внимание горожан. Предстоят репетиции парадного шествия. Мероприятия те очень серьезные, зрелищные, интересные. Горожанам наверняка понравится. Вместе с тем следует отметить, что эти мероприятия требуют серьезной подготовки. И в частности, одним из элементов подготовки будет являться тренировка воздушного эшелона, которая состоится 14-15 февраля, ориентировочно где-то с 14 до 15 часов. То есть, если горожане увидят самолеты над городом, значит, все у нас хорошо. И погода летная. Кроме того, возможны затруднения с передвижением наземным транспортом 19, 20 и 22 февраля. В эти дни состоится репетиция парада на земле. По улице Советской, Социалистической, Дзержинского и Ленина пройдет репетиция парада с участием военной техники и парадных расчетов. Но 24 февраля зрители телеканала «Гродно Плюс» смогут увидеть телеверсию парада, в том числе и прямо из кабины самолета.